сам батон, и у меня был фановый контент. Это приправа для контента, браво. Браво. Просто фановый контент. Ой! Короче, классики мы делаем. Блин, как я мог так тупо слиться? Ладно, я не буду. Так вот, делаем квест, значит. Видел, да? А, тьме ботаничина. Ну, я это уже сразу заметил. Ого, как я слился ботам. Вы понимаете, я Барли, это 8 бит. Ты, ладно, боты все равно агрессивные, они по 3 выстрела секунду делают, и неудивительно, что они меня завалили. Тем более, такого игрока, как я, они 100% завалят. Я снубасик. Нету крысы. А, это же ботя. Ну, не знаю, боты крысят или нет. Ну, вроде бот... ну, обычно боты не крысят. А вот обычно игроки обычно крысят. О, не люблю крыс. Вот не люблю очень всех видов крыс в Бравле. Ладно, это много плюс 250. Ну да, мне плюс 250, только вы там выиграть бой 5 раз. Давайте. А помните, вот ностальгия была не выиграть бой 5 раз, а выиграть бой 6 раз. Ностальгия. А, всё. Вот минус пару. Хотя, да, вот раньше все-таки не стоит говорить, а то сольешься. Не буду больше. Так, опа, 16100. Новый уровень Бравл Паза и новый значок. Хорошо. О, ничего, ладно. Так, дальше у нас надо два раза отжечь из этого. Ух, давайте. На минимум топ-4 надо занять. Надеюсь, это будет легко. Минус. Прикинь, это кто? Тандер ТВ? Если это Тандер ТВ, это мы с Акланой есть. Офигеть. Тандер ТВ? Тандер ТВ? Тандер ТВ? А нет, это не Тандер ТВ. Казалось, это Фрэнк 448, который, ну вот крыса, неудивительно. Не фанни крафляны, но... Ладно. Нет! Да тут две фельки с ультой! Что за фигня? Мне главное от них не слиться. А то катка будет впусту. Прям правильно, кстати, сказал. Что это за... Тут три Фелли с ультой просто крысили. Не удивлюсь, если еще там четвертая Фелли тоже. Что это за фигня? Давайте... О, не открытая. Да. Ладно, дай на это. Броу более открытая, думаю, для двойки не подойдет. Конечно, у меня гаджет. Мне не подойдет. О, у нас команда чисто из танков. Мне лучше Пока бы взять. Я бы их хилил тупо, но у меня пофигу, видишь? Тут у нас дальний, ну ладно, не дальний, тут ПМ что-то дальний. Ну, Мортис вообще тут не дальний и не ближний. Многие назовут его ближником, но...
Это какой-то такой непонятный. Он атаку продолжает. Всё! Он захилился! Ладно, ну пока мы выиграем. Так, только не сливайся. Нет, донатся. Ну, если у него есть Brawl Pass, это донатся. Ладно, сейчас. Некоторые любят на Brawl Pass и не хотят. В большинстве случаев это донатся. Давай! Ай. Надо була завалить вражеского. Тупо вали, 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 вали. Не центр завалить, всё. Если они була нашего... А, всё. Тут вражеский бык тупо очень тупо подсказал. Всё, вот моя задача. Вражеский бык тупо в состоянии, а можно и слиться. Просто. Отлично. Это все из-за вражеского була мы запустили. Он практически со всеми гемами тупо на нас побежал и подвел свою команду. А мы затащили. Так, значит. Вот тут у нас в команде по ближнику. Конечно, крыса. Я ничего не могу сделать. Опа. Там слился тупо, но... Так, следующий, самый близкий, наверное. Видимо, победи врага 15. Понял, пойдем в футбольчик. Мне кажется, нам попасть в ракет с легкими кубками. Ну это не видно. Низкий.
coming, I'm a coming. Just another dog. Не, нормально у них круг. Нормально на моем уровне. Это более скилловое. На вам. А, он еще с пассивкой жестко. Пацаны, 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 давай. Я мальчу. Все, победа. Нормально их не кинула, чё? А против? Ну вот, я сказал, не хуже больше. Нормально, мне 18. Как что-то так кинуло? Что за фигня? Ой, блин, я Беркино, прикиньте! Ой, всё, ну, капец. Не, всё, мы проиграли. На Амбер кинула. Это Амбер такая имба. Потом её кинула. Трамплин, ой, тупой. Нет. Господи! Сюда трамплин? What the fuck, babe? Спал. Ну ладно. Ну ты говоришь, как будто самый скилловый в мире, но нет, я не Вася. Я тоже говорил. Просто можете... Ладно, я понимаю, мяч трудно поймать, но... Ну он так тупо поступил. Не знаю, я думаю, все-таки сложно было бы этот мяч поймать. Ну вот как это... Но выглядит это тупо. На! Сорвал, гадина! За твоими милыми. Всё разминировал. No rest for the wicked. Don't blame me. I just work for Mr. B. Сдал, я не понимаю. Я тут вообще. О, пацаны, рашьте! А, все, затрудно. Так, все. Ой, почему? Калет вытащила. Ну, ладно. Да вы. Ладно, калет просто.
А что? Кроме. Надеюсь, хоть квест выполнил. Так я квест выполнил или нет? А все, поняла. Крутится? Крутится! Ну, не, ну вы видели, ладно, хоть квест выполнил. Но... Не, ну вообще, такие токсики. Крутятся эти идиоты. Ладно, бомбить хочется. Бомбить. Такие токсичные. Крутятся, блин. Докрутились, следующие катки проиграются. Ну, давайте каточку в бой босса. Да не, я думаю, это уже приправа для фанового контента. Брал Старс. Ну, Брал Старс, это обычное блюдо. Остальное тоже приправы, оно выходит. Неделю. Это, я думаю, больше всего роботы бьют. Они там где-то бегают. Ау. Маленьких роботов бить не буду, потому что... Духовно роботы завались. Ну понятно, обычный уровень мы его быстро завалим. Ну, завалим, а не завалим. Хотя, кстати, как заварить робота? Да, так ты же не чуть-чуть осталось. Как для робота. Сейчас. Может, робота забьем, по идее, да? Ой, да у него осталось тут сколько? Я не знаю, кто его добил, вроде я. Не знаю. Но это, ну, я сделал просто боевой жетон заканчивать. Новый уровень брал упа. Сломались ничего. И очки силы, очки силы, очки силы. На кого мы очки силы потратим, а? Давайте на Спраута, потому что он у меня первой силы всего лишь. Я бы там колет до 7 докачал, но... Тут до какого? До 4-го. А, до 5-го, до 5-го. Нормально. There is no death, only a change of worlds. Инфернальный бот выпросит. Где Бэтс? Fly like an eagle! Не, ну бот прикольный. Значит, чё? Да, что выиграй бой 3, победи врага 9. Ну, давайте. Значит, 2 боя и не сколько врагов надо победить. Ну, 5 и 4 врага. Потому что я уже тут одну карту выиграл. Крыса. Быстро, очень быстро. Все. Отлично. Анна не нуб уже. Анна была нубом. Опишите в комментариях.
она была нубом. Ну, она уже не нуб. А всё. Не надо. А. Зря, конечно, использовал гаджет. Я думал, там кто-то крысит. Ой, гаджет он использовал. Я промахнулся. Вот, тут гаджетом вторым. Ой, жестко. Жестко, три врага. Вот если б я это меня не вот мне вот еще вот эту катку скопировать. Вот эту вот катку, вот одна катка у меня умножить на 3. Сейчас спорим. Так вот, если б я вот еще двух катках. У меня был бы двойной хвост, короче. Я не знаю, что сказать. Я не уверен. Слился. Фига мне слили. Ну ладно. А, кстати, у меня какая следующая планочка? 15500. А как он без ника? Или он с ником? А у меня ники видны? Если у меня видны ники, то этот человек без ника. Да, он без ника. И что? Я тут не хочу там короче, снаряда. Короче, пушку, да. Стой. Сколько там мини-боксов? Здесь бравый мини-бокс. Здесь маленький ящик и бравый бокс. Ну не скажу, что это все и не духи там странно. Но... Единственное, что я знаю. На. Она меня тупо зажала, я ничего не мог сделать. Так понятно. Ну, у меня тут квестов сильно нету, прям, которых мне выполнять хочется. Выиграй бой... 5. Мне хочется уже апнуть 10 уровень, мне сколько останется? Ну, не так уж и много. По крайней мере, думаю, за 29 дней. 28 дней. 19 часов. Я примерно смогу пройти Бравл Класс. Пен. А ты? Ой, бля. Не моё. Так, значит, выиграй бой 8. Нет. Попробуем. Чисто попробуем. Значит, Пайпер. Хоба. Бе. Вот тебе надо из пивка стрельнуть в эту бе.
Пайпер не очень хорошо наш. Потому что ломал ты. Про что я и говорил? Ломал ты банку, ломал. Вот такие какая-то крыса, которая всю катку сидела в кустах. Да нет, там всю катку это тупадина она занимает, когда ты потел всю катку. Нет, вот пока это не всю катку, он вначале катки, просто забирает твою банку. Не, ну. Дэрил, значит. А это уже ботяра. Почему у него волосы? Давай. Это как он меня убил. Давайте мы сделаем, знаете что. Помню карту пустов. Вот эту, потому что тут пустота нету. Пустота. Да. Воу-воу-воу! Так, оп. Давай. Элька. Оп. Не, ну прикольно. Да? Ой, она сказала пиявка, да? На. Кстати, Пайпер же в главном меню должна напевать мелодию. Так. Ой, что-то да стрельнул. Ладно, пора заканчивать. Саду Платон, пока, Маргарита.